Our second day parikrama, in follows the parikrama, we just arrived here to the feet of Lord Bhagavati. По милости нашего духовного учителя мы пришли сюда, в это место, которое посвящено Господу Шиве, Бур Шиве. And so you not yesterday not visited Rudradip and Shimantadip. There is some pastimes of Shivji Maharaj. И здесь на островах Рудрадвипа и Симантадвипа проходят трансцендентные деяния Господа Шивы. Anytime you try to visit that place. И мы потом в следующий раз можем посетить это место. Yes. There is in Rudradip, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur established a mot called Rudradip Gaudiya Mot. И в уважении этому месту Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур установил там храм, который называется Рудрадвип Гаудия Мат. There Shankaracharya came for the incarnation of Shiva, and Vishnu Shami came in Rudradip. И туда в свое время, многие сотни лет тому назад, пришли великие ачарьи, такие как Шанкарачарья и Вишну с вами. Там они проводили свои медитации и поклонения. Шанкарачарья was the incarnation of Shiva, keeping Mayavad, impersonating whole South India, etc. Шанкарачарья был воплощением Господа Шивы, и он проповедовал Майаваду, философии имперсонализма. Но это не было его личное желание. Это была воля Господа, чтобы атеисты получили персональное понимание. But when he came to Navadvip, then Gaurangohari came in dream and told, "Oh, Shankar, you not, please, you don't preach here, because it is my very dear dham and my devotees here." Но когда он пришел сюда в Рудрадвип, ему явился в трансцендентном видении Гуранга Махапрабху и сказал: ты можешь проповедовать философию имперсонализма по всей Индии, но ты не должен проповедовать ее здесь, поскольку здесь место преданности, место любви к Богу. You go somewhere else and preach this impersonalism philosophy. Он сказал, что имперсональная философия только для материалистов, поэтому иди за пределы Навадвипа и проповедуй ее там. But here is the sheep and Proda Maya. They are cheating people, those who are not coming to me. By this impersonal message. И Шива и Майя, они дают иллюзию только тем, кто не стремится к Господу. Те, кто не стремятся к служению Господу, они пребывают в иллюзии. Поэтому таким образом осуществляется их служение. So this Shivji Maharaj's this tattva is very difficult tattva to understand for a jeep like me, but the jeep. И обусловленным душам, таким как мы, очень трудно понять положение Господа Шивы, поскольку Шива Татва – это особая мистерия. Mysterious Tattva, and here it is told that he is Rudra, and he is again Vaishnav, his nature is Tamagun, and again he is like one shlok saying, Nimnaganam yatha Ganga Vaishnavanam yatha Shambhu. Shiva is just like in the river Ganga, Ganges is great, and in the Vaishnavas, Shambhu is great. И положение Шивы очень трудно понять, потому что он принимает разные формы. Иногда он принимает положение наслаждающегося, иногда он принимает имперсональное положение. Но также Бхагаватам раскрывает его трансцендентную природу, как великого Вайшнава. Также Шива является проявлением величайшего Вайшнава, преданности. Yes, and he told also Devadidev, Mahadev, he Baja, he's holding Ganga, which is the lotus feet water of Vishnu, and therefore he has so power, he took the poison from the ocean and easily digested. И слава Шивы описана во всех Пуранах и Писаниях. Он спас весь мир от яда, который был спахтан девами и асурами во время пахтания океана. Он также принимает, спасает этот мир, принимая на свою голову Гангу. And here he is as a protector of the Dham, Chitrapal. И здесь он вечно присутствует в форме божества, которое охраняет святое место. Also in everywhere, like in Vrindavan is Bhupeshwar, in Mathura Bhuteshwar, Chakreshwar, Kameshwar, in Nilachalpuri, the Lokanath, he is protecting the Dham, serving the Lord Vishnu. И во всех святых местах, как Махарадж перечислил, разные места, Капешвар, Чакалешвар и так далее, Джаганнатхапури тоже присутствует. В каждом святом месте обязательно присутствует особое место Господа Шивы,
где Шивы поддерживает это святое место и принимает поклонение. So we have also seen our Gurudeva, he installed there is Shadashiv Gangadhar. Даже в нашем храмовом комплексе Шилаговинда Махарадж установил храм Шивы Гангадара. Because he is thinking he is protecting us, he will give us to do the bhajan of Gauranga and Krishna by his protection we need. И это место Гангадара, оно поддерживает, охраняет нас. Это возможность нам соприкоснуться с трансцендентной реальностью. So we have come to this Бридха. His Бридха means old, but every year we are hearing from our Giri Maharaj, every year there is a marriage ceremony with the Prudha Maya, with his Shakti. And и в этом месте поддерживается старинная традиция. Раз в год здесь проходит большая свадьба Господа Шивы с его шакти, с его вечной спутницей. Shiva is Ashutosh. He is very easily satisfied. If you give some bell pata and water, he'll fulfill your money. Шива зовут Писание Ашутош. Он очень легко принимает подношения. Любой, кто принесет ему беловые листья, листья бела, или воду Ганги, он получит особую милость. Yes, sometimes he is giving boon to the demons at the time, he gets some trouble also. И часто происходит так в Писании, что Шива по своей беспричинной милости дает благословение даже таким демонам, как Хирани Кашипу, another demons. Yeah, so we are only pray Krishna bhakti to him. That is our only desire, that he will also give that. Но наша цель присутствия, визита здесь, не для того, чтобы обрести какие-то материальные благословения. Мы хотим получить преданность. Преданность – это самое главное, самое ценное для нас. In Bhagavatam it is also told, those who are Shaiva, they will never become Krishna Bhakti. И Бхагаватам говорит о том, что те, кто Шаивы, те, кто следует Шиве в имперсональном понимании, никогда не смогут прийти к Кришна Бхакти. So, but we worship not your sheep as a Vaishnav sheep. We know he's a devotee of Vishnu, in that sense we have to worship. Then we shall give proper money, way his mercy. Но наше гаудийское понимание служения Шиве – это служение ему как вайшнаву, как преданному, и получение милости преданного. In South India, very strict. Ramananda Acharya was saying, you may mean go to the mouth of a tiger, you may go, but don't go to a Shiva temple. В Южной Индии, когда Ramananda Acharya проповедовал, и он видел, что люди поклоняются в имперсональном настроении. Он сказал, что преданный не должен заходить в храм Шивы. But we are not so much strict about we as a devotee of Vishnu, we must worship and give all respect, honor and worship to him. Но в понимании нашего учения, в нашей сампрадае, есть более глубокое видение. Мы видим божеств не отличных от преданных, и поэтому мы поклоняемся им в настроении как преданных. Yeah, there is one Shivaratri, you know, few days ago it's gone. What is the meaning of Shivaratri, you know? Some small meaning I read. The Shivaratri means night of the Shiva. Everybody watching Shiva. The meaning is that when Shiva drinks that poison and he become sick, and he becomes sick, then all the demigods and all the demons, they both are sick. And which way? Demigod worship by the prasada of Vishnu and demon worship by gaja, wine, all these things. And whole night, both times, they worship Shiva, that is Shivaratri. И недавно было Шиваратри, буквально, огромный праздник. Когда Шива во время пахтания Вселенского океана выпил весь яд, то в какой-то момент, естественно, ему поплохело от этого яда. И боги, демоны, они собрались вместе и сказали, Шива спас всю Вселенную, давайте устроим ему поклонение. Тогда все ему поклонялись в соответствии со своей природой. А божества поклонялись ему просадам Вишну, тогда как демоны устроили как бы бухалово на этот праздник. Поклонялись ему своим методом. So if we want to worship Shiva, by the worship of Vishnu we can worship, not without that. Поэтому мы можем поклоняться Шиве в умонастроении поклонения Вишну. Шивджи Махарадж слог one very nice слог to Парвати. Арадхананам сарвешам Вишну радхананам парам тасмат паратарам деви тодиянам самарчанам. Однажды, когда Парвати спросила Господа Шиву, кто тебе дорог больше всего, Господь сказал, что самый дорогой для преданного это поклонение Вишну. И Парвати спросил, как же я поклоняюсь тебе? И он сказал, Деви, богиня, не беспокойся, тот, кто поклоняется преданному Вишну, он еще больше поклоняется, чем Господу Вишну.
Jai Shri Vidyashiv ki, Jai Prabhu Maya ki, Jai Shivam Vidyashiv Mandir ki, Jai Shivak Vrinda ki, Jai Navadvipa-dhama ki, Kaladip ki, Jai Kaladip Parikrama, you shall tell me in the field more description about Kaladip. Jai Shri Bhakti Sundara Govindadev Goswami Maharaja ki jai, Jai Shri Bhakti-tirtha Maharaja ki jai, Purushiv ki jai, Gopi Mandi. When I came with a big grief, I cannot get the darshan actually. Now your mercy, I also get the full darshan actually.